Совместить, казалось бы, несовместимое — тяжелую атлетику и поэзию. Однако Сергею Филатову каким-то чудесным образом удается. Он много лет отдал этому виду спорта, стал им заниматься еще в школе, а вот писать стихи начал в 19 лет. Неожиданно, я бы сказал. Просто стали рождаться какие-то строки. Поначалу так скромничал, потом жене рассказал. Ну и понравилось, так и пошло. Серьезно заниматься поэзией Сергей никогда не планировал. Читает свои стихи в основном друзьям и родственникам. Иногда пишет на заказ, например, ко Дню Победы. А несколько лет назад спортсмен выпустил свой поэтический сборник. Малым тиражом, там 150 экземпляров. Но все разошлись друзьям, товарищам, родственникам. То бишь, даже у меня нет в бумажном варианте. Книжки не осталось. Тяжелая атлетика – особый вид спорта. Он присущ людям мужественным, физически сильным и выносливым. А поэзия позволяет немного расслабиться, помечтать, отвлечься. Но все-таки между собой эти два увлечения в своей жизни Сергей Филатов не связывает. Почему-то именно о спорте мало стихов. На днях четверостишье такое вот в голову пришло. У меня сейчас как бы межсезонный перерыв. Это смесь, я отдыхаю, и вот сейчас только в конце июля начну опять тренироваться, подходить к новым соревнованиям. Вот. Прям такое четверостишие. И вот немного отдохну, и вновь возьмусь за гриф шершавый, и шаг за шагом я пойду к победе радужной и славной. Так, просто в голову приходит что-то. Более 20 лет Сергей работает машинистом электропоезда в метрополитене, и его профессия – главный источник вдохновения. Строки приходят легче всего именно там, в особенном мире московской подземки. И все задумчивые в мире, как тучу эту победить, разогнать ее в одном силе, мы в страхе дальше будем жить. Ведь эта туча всех чернее, не собран весь идиотизм, мы назовем ее блетнее, под страшным словом терроризм. Это было написано, когда вот у нас в метро вагон взорвали. Вот после этого, в 2003 году, если не помню, изменяет. И вот под этим впечатлением я в то время сам на линии работал. Сын Михаил пошел по стопам отца, тоже занимается тяжелой атлетикой. В этом году поступает в Институт физической культуры. Говорит, что стихи не пишет, но папе иногда подсказывает идеи для очередного произведения. Все получается у него, работает, после работы приходит домой, тоже сочиняет, после работы тренируется, вот. Хватает силы то и то делать, вот. Сильный папа у меня. И все же тяжелая атлетика на первом месте. У Сергея Филатова уже много достижений, наград и медалей. Он мастер спорта России, многократный чемпион Московской области, участник всероссийских соревнований. Но еще есть к чему стремиться, говорит Сергей. И планы на будущее связаны именно со спортом. А поэзия пусть будет только для души. Своим присутствием всегда, мою душу греешь. Вот расцелую тебя, и тут же обомлеешь. Ты так прекрасна и мила. Ведь ты моя богиня, а твой портрет как лик святой. Ведь ты моя святыня. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.